Привет, ты крут и классен, раз зашел на Ясен. Меня зовут Юрий, и сегодня у нас игра под названием Just Die Already, умри уже. Это игра про стариков, которые засиделись на пенсии, которым скучно, которые не знают, что делать. Внуки не приезжают, дети не приезжают, не смотрят, как там старики. Все понакупляли себе своих компьютеров, сидят дома, ни хрена не делают. И к старикам, конечно же, не ездят. Давайте не будем медлить, сразу начнем играть. Это игра от разработчиков God Simulator, и она должна быть такой же веселой, как и God Simulator, конечно, который я не играл, но у кого-то смотрел и очень давно. Короче, у нас есть выбор. У нас есть Станислав, Валя, Камата, Камала и Лаки. Давайте будем играть за Станислава, потому что он наш, наверное. Исходя из имени. Короче, как я и сказал, видишь, дед у нас просто не знает, что делать. Ему скучно, но ему просто скучно. У него охеренный портрет над кроватью. You never forget first one. Ты никогда не забудешь тот единственный. Ice Queen. Какая очаровательная картина. Так, дед, ты чего? Вставай! Подожди, ты чё? А, ты чё сделал, блядь? Ни хрена себе начало, как это так? Подожди! Я ж только с кровати встал, уже руку оторвал. От тумбы. Все это все из-за тумбочки. Это все, сука, эти проклятые тумбочки. То палец, мизинец от них на ноге отобьешь, что, блядь, руку поломаешь, оторвет нахрен. Короче, подпрыгивай давай, дед. О, встал, ебануться просто. Как он с пола может так вот подпрыгнуть, сразу встать на ноги? Как, тряпичная кукла? Почему? Тряпичная кукла, мне интересно. Так, это он что-то хватает, это он что-то вот так, он и что-то бегает. Лады, лады. Короче, тебе всегда, наверное, хотелось посмотреть, как ты выглядишь в старости. Как ты будешь выглядеть в старости. И мы сегодня убедимся, так ли ты будешь выглядеть. Ну, наверное, точно, с целой рукой. Это я тебе гарантирую. Это у нас был какой-то неприятный случай. Ладно. Q выбросить. Так, Q у нас что? Метать. Подожди, не понял, а почему она зажглась? Ебать. Ай, блядь! Они думают, что могут держать меня здесь с помощью этих колебких фонариков. Если бы у меня... фонерок, блядь. Если бы у меня был какой-то острый предмет, я бы мог сломать их. Блядь, он горит. Сука, вот это начало, подожди. Дед. Все нормально. Ну, подгорел, загорел, блядь. Вот, женщины... спрашивают себя и... Блядь, опять подгорел, сука, нет! Потушись, блядь, что это? В какой-то... Какие-то ведьмарские приспособления взбахнуть. Хренакс. Ни хрена, вот это поварёшка, вот это ложка, ебать. Мне бы в такое детстве. Я бы тогда выглядел более-менее крупным, что ли. А не таким худым. Короче, взмахнуть. А ну, пизди его, ладно. Давай, сломай. Так, короче, закрыли деда. Закрыли, значит, деда в комнате. Ему что там нужно найти? Они думают, что могут держать меня с помощью этих липких фанерок. Из меня какой-нибудь острый предмет. Почему острый? Почему острый для фанерок? Для фанерок, наверное, должен быть фанерок, блять, фанерок. Для фанерок должен быть капкан. Ни хрена себе, капкан. А что это, тюрьма какая-то или что? Почему здесь больше, чем одна это массажных кресел? Так. Это должна открываться золотым ключом, он должен быть где-то здесь. Ладно, так, хорошо, давай тогда искать, что ли? Так, это у нас курица. Почему она сидит в клетке? Она может просто-запросто вылезти из клетки. А что это такое? Whoopee Cushion. Подушка-пердушка, да? Ну и что? Ладно. Нам нужно найти ключ. Нам нужно найти нож. Давай. О, ключ, блядь, ключ, иди сюда. Ты чё за... Ты чё, дурень, что ли? Отпусти! Дедок, ты что? Охренеть. Открывай двери. Так, нормально... О, а чё это? Не понял. Чё такое? Чё случилось? Чё? Почему деду плохо? Почему он всегда кровит? Что это, пираньи? Ферма. Это не ферма, а тюрьма. Да смотри, даже телек в решетке. Зачем? Кто... Как будто... Его украдут, хотя возможно. Хотя возможно. Но я не знаю, это какая-то...
Что это такое? Это, наверное, такая тюрьма. Так, он нет, он, короче, берется, хватается за... Блядь! Ой, охуя себе, что это такое? Ты понял? А, это что? Каким образом? Экипировать, а ну. Надел очки, ладно. Не понял, каким... Каким образом меня разорвало на куски? Что это было? Это телек? Блядь, убежал. Козел убежал! Баран! Так, смотри, куда ты свалил? Ладно, блядь, все! Где он живет? Встань, ты слышишь? Встань, что ты делаешь? Дед, ты не брейкдансер, у тебя больные суставы, у тебя что-то там вообще... О, топор! А что ты не взял его? Ты бери! Блядь. Так, мне... Вот это душевая, это какие-то эти громкоговорители, представляешь? Зашел в душ помыться, на тебя орут. Как так-то? Это же не сосредоточиться, не помыться нормально. Вообще какое-то неловкое, наверное, будет. А подожди, а это мышь какая-то дерганая. Ладно, ломай. А, то есть я даже не ломал, а взмахнуть. Руби! Ты понял, вот так вот. Вот так вот машет топором. А ну, завали эту козлину, блядь. Чё с тобой, дед? Вставай, блядь, дурень, что ли? Ладно, валим отсюда. А, у нас кости поломали, что ли, блядь. А, ты понял? У нас сломался позвоночник. И почему деда так крутит? Это ж не должно так быть. Он смотри, он как накручивается. Просто балдёж. Ты смотри. О, старуха. Привет. А, это дедок. Нет, до свидания. Я хотел к ней подкатить. Так, у кого-то день рождения. Блядь, у кого-то день рождения. А ну иди отсюда, нахуй. Иди отсюда, пизду, нахуй. Это мой праздник, это сегодня у меня праздник. Ох, взмахнуть, нихуя себе. Я вооруженный опасен. Я, сука, вооруженный опасен, слышь? С ней разговаривать можно или что? Бля, пошла она. Она меня... Она нас ударила. Она нас ударила и... у нас позвоночник опять сломался, что ли? Нет, у нас... А, у нас с жопы торчит кость. Но как минимум, он бы не смог бегать вот с такими вот травмами. А ну! Привет, старина! Видишь всех этих празднующих старпёров? Я их ненавижу, всегда думаю, что они лучше меня. Но удалось найти способ, чтобы приучить их. Троллинг! Ха! Пожилых людей можно троллить. И они очень этого боятся. Жалкая куча сопляков. Обязательно попробуй. Бля, ну ты шутник. Пьяница, какой-то, я бы не доверял этому человеку, это какой-то, какой-то монгол очень старый. И он так, он выглядит как этот старик. Подожди, а чё с ним, можно с ним как-то? По яйцам его ударил. Ну ты дед, конечно, а, блядь, он... Пойдем на пати, блядь! Смотри, вот так нужно троллить, а ну, еби его об стол. Ебать, чё, отпусти его, слышь, бедного старикашку. Что ты делаешь, блядь? Дурак. Ай, бля, как тебе удалось выбраться? Я же заперла тебя, то есть оставила дремать наверху. А ладно, мы устроили вечеринку в честь недавно представившегося Джо. Представившегося? Это что, он помер, что ли? Он представился? Не смей срывать нашу вечеринку, бегая вокруг и кляча людей, открывая подарки, протыкая шарики и совершая прочие поступки, способные обрачить наш праздник. Что я и буду, конечно, делать. Спасибо, мадам, за подсказочку. Так, подарки. Открой. Чё там у нас? О, свисток какой. Блядь! Кто? О, сука, блядь! Понял, он накачался, его потом разорвало. А как теперь играть? А, ладно. Как они через пол-то пролезли, блядь? Ну, как вариант, они, конечно, через стены могут пролезать. Блядь. Они, как вариант, могут через стены, через щели пролетать. Но не на второй же этаж, а? Ладно. Метать. Бля, каким образом? Беги, бля! Еще баран стал посреди дороги. Что с ним делать? Ни хрена себе, нас пожалило конкретно, я тебе скажу. Ебать, он опух. Жопа как он об. Чего ты отворачиваешься? Я хочу на тебя посмотреть. Так, ладно. Хорошо. А розетку вставлять? Вставлять ли туда пальцы? Вставлять ли туда... Короче, я так понимаю... Ай, блядь, вы погибли. Возродиться. Ладно, короче, я так понимаю, что суть игры здесь... Ну, если из названия, конечно же, можно понять, что...
Никогда не открывай дома холодильник, когда ты один. Что-то может случиться, блядь. Вот такой вот, например, тебя просто может разорвать на куски. Почему мне... А, блин, еще останки остаются. Короче, как я понял из названия игры, это, блядь... Fish can't breathe, out of water, don't touch. Хо-хо, the management. Не вытаскивай рыбу, она не может дышать снаружи. Бля, что с ним делать? Нужно его... Бля, а почему я до этого не додумался? Можно его просто было перепрыгнуть. Дед что-то занимается какой-то херней. Ты что делаешь? А ну иди сюда. Старуха, пошли на вечеринку! Пиздуй отсюда! На вечеринку идем с тобой. На день рождения праздновать. Здорово. Куда ты убьешь? Побьем. А не, это папуля, бля. Она, а чё она такая черная? Чё черная, подгорела? А, не, она просто уголек. Уголек бабулечка. Бабуля уголек. Садись. Жри торт, слышь. Это моя днюха. Ну, наверное, я не знаю. Congratulations. Поздравляем. Кто-то из вас умер. Хохо менеджмент. Ну, блин, это просто великолепно. Короче, третий раз. Третий раз хочу повторить, что это из понятной названия игры, что нужно найти миллион способов умереть. Я уже нашел как минимум 20, наверное. Потому что сколько? Не, не 20, ну я шучу, конечно. Сколько мы умерли раз? Ну раз 10, наверное. Короче, как стариков троллить? Как троллить стариков? Выбросить? Нет. Нужно найти топор. А вот вилка есть. Да бери, блядь, ее. Чё ты... дед. Дед! Беги. Хренакс! Хренакс. Немедленно прекрати устраивать беспорядок. Слышь, пошла нахуй. Пошла нахуй! Все, замечательно. Померла, нет? Ты что такая живучая, слышь? Пошла нахуй отсюда. Давай, это, я так понимаю, что это троллинг. Мы так троллим людей. Немедленно прекрати этот беспорядок. Мы ее порешали. Как она еще жива? Ты смотри, он вот так вот крутит топором в пальцах. Я так не могу даже с ножом провернуть. А он просто топор вот такой вот толщины крутит в пальцах. Смотри, смотри, как он. Смотри, как он их машет. Где она, где она? Ну, вот так. Блять, встал. Поднимись, слышь, дурень, что ты делаешь? Ладно, короче, нам нужно отсюда валить. Нам нужно отсюда валить. Каким образом отсюда можно свалить? Каким образом, сука? Ух ты, сука, старая, а? Совсем не уважаешь старика. Приглашал тебя... Блять, нет! А, я подскользнулся, ябаный брат. Написано, типа, мокрый пол. Да он не мокрый. Там же мазуту пролили. Короче, нужно бежать от этого придурка. Блять. А как он ломает эти перила? Как он ломает эти поручни с собой? А бабка прошла прям сквозь него, ему насрать, да? Ей просто насрать. Ладно, давайте тогда рыбу достанем с колодца. Хренакс. И все. И что дальше? Ладно, давайте достаем рыбу тогда, что ли? А ну вставай. Вставай, блядь. А, она померла? Ой, блин, а почему вода покрасилась? Почему вода покрасилась-то? Наверное, дед после химиотерапии ссыт красной мочой. Я догадываюсь. Я просто... Это догадки обычные. Так, а ну. Короче, а как-то нужно отсюда... А, вот я нашел выход. А ну, беги. А что, ты не приседаешь, что ли? А как отсюда бежать? Ладно, отсюда нужно как-то свалить... Наверное, а то бегать всю игру здесь мне бы не хотелось. Что с рыбами делать? А ну, это пираньи? А ну, сожрете меня? Оп. Жрут меня, нет? Ну я, блядь, уебался. А, это, а, бля, нихуя себе. Это на кровати, на которой можно прыгать. А почему он на ноги сам не встает? Оно меня немного бесит. Что он на ноги сам не может встать. Вроде бы дед такой проворный, а встать на ноги сам не может. Так, что это у нас? Hello Kitty Vending Machine. Так, ну что, вставляй вилку в розетку. Как учили родители. Всех. Всех и вся. Так. Дверь не разрубить. Дверь не разрубить. Medical Available. Так, ну это какие-то таблетки. Питание. Я хочу жрать. А ну. Я хочу жрать, подожди. Что делать? Питание. Я голодный, слышь? Мразь. О! Чё это?
Петарды. Поджечь, ебать. А ну, сейчас, ну, сейчас потроллим. А ну, вот, потроллим этого. Так, ну, что делать-то, а? Как отсюда сбежать? Давайте с ним поговорим. А ну, иди сюда. Привет, старина, видишь этих старпи... Ну, это понятно, хорошо. Так, 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 ладно, ладно, хорошо. Но это мы поговорили. Ну, а может его в печь? В печь засунуть, спалить его просто и все. Выбросить. Ай, блядь! Поджог. Поджог сам себя очередной раз. Вот девушки ищут способ, как загореть быстро. Просто бежишь в костер, горишь, нахуй, сгораешь. И у тебя просто будет охеренный загар после этого. А ожогов, конечно, 99%. Но загар зато будет. Загар все равно будет, я тебе отвечаю. Выбросить. Так, короче, я ни хрена здесь не могу понять. Пока что, как отсюда свалить? Вроде везде уже прыгаю. Но дверь входная есть. Дверь входная есть. Вот я не знаю, что здесь делает баран. Ну, что он здесь делает? И зачем его закрыли вместе со мной? А, понял. Понял, так, сломал ногу. Что-то сломал, что-то... руку сломал. Ну ладно, сейчас заживет. Вот из-за таких вот повышает пенсионный возраст, а? Заживает, как на собаке. Даже к врачу не нужно ходить. Вот эти вот такие старики неубойные, это просто, это всему проблема, это, блядь, всему проблема. Так, ладно. Хорошо, ну я вижу какую-то вот херню, что с ней делать? Как ее забрать отсюда? Ну дед не приседает, не хочет он садиться. Так, капкан его. Выброси, а ну капкан возьми. Возьми капкан! Да выброси ее, слышь, что ты эту сковородкой-то прислал к ней? Да чё ты пристал так к ней? Выброси ее. А капкан закрылся. Опа, опа, хорошо. Хорошо, ладно. А ну, ну тогда... А, да доставай его, а! Чё ты, дурень, так к нему прицепился? Ну давай прыгай на него тогда. Хренакс. Ну и все, заебись. Он еще с такой ногой умудряется бегать. Ладно. Я вижу какой-то проход. Он завален, но на меня... От меня ничего не скроешь, но... Скорее всего, это шиферина. Будет мешать нам выбраться отсюда. Бля! Как она взорвалась? Это же невозможно. Каким образом? Блять, выброси ее. А он голову что-то потерял? Выброси голову. Она заживет? Нет. А как он без головы бегает-то, а? Помер. Нет, не помер. Подожди, возьми голову свою. Побежали. Вот точно. Вот из-за таких вот повышает пенсионный возраст. Оторвало голову, он еще бегает, как курица. Если не знал, я тоже вроде... Это не знаю, это миф или это реальность. Короче, если курица оторвать голову, она еще будет бегать некоторое время без головы. Ей будет хоть бы хны. Ладно, у нас мусорка, у нас капкан, у нас головы нету, мы обезбашенный дед. И выбраться я отсюда не могу. И эта баба нам... Как тебе удалось? Ну, она же заперла нас. Ладно. Устраивай вечеринку, честно, недавно про... Ну, это вечер... Ну, я уже все. Не смей... Ну, я уже сорвал ее. Бля, то я же уже все сорвал. Прыгать. Ох, блядь! Ебало нас. Ну, ладно. Вставай, дед, блядь. Как она нас ударила? У нас головы нету. Она вроде запханулась в голову. В сторону головы. Но у нее ничего не получилось. Так. Похоже, она без ума от моих шариков. Попробую проткнуть их, посмотрим, что будет. Не понял. Это... Может, если я открою подарки, сиделка разозлится, выгнет меня отсюда? Так я же все открыл. Или это баг? Подарки-то я все открыл. Шарики я полопал. Это раз. Но она... Так, это очки. Одевай. А, ну их он не оденет, потому что у нас головы нет. Это логично. Так, я подозреваю, что у нас баганек, багулечка появилась. Потому что подарки я открыл. О, фейерверки, ты смотри, какие-то есть. А ну возьми их. Бери их, блядь, дурень. Лайтс. Взял?
А вот, 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 вот. Да не, я не хочу с тобой разговаривать, иди нахер, а! Вот. Бери. Лайт. Хренакс. Выбросить, блять, выбрасывай. Ха-ха! Так, ну у нас осталось одно туловище. Я уже шарики взорвал. Так, ладно, возрождаемся заново. Чё? Выключай. Так, я что-то клацаю, что-то не работает. Что-то не интерактируется как нужно. Ладно, я... Блять, этот баран мне мешает все время на дороге стоять. Иди нахер отсюда, а! Не стой на пути. Короче, подарки мы все разорвали. Открыли, то есть. Да? Я подозреваю. Правильно? Да. Шарики мы расхреначили. Музыку мы выключили. Мы уже убили себя несколько тысяч раз. Мы всех начали резать. И все. Короче, мы потроллили стариков у этого задания. Мы взяли, потроллили их всех. Они вот боятся и плачут. Праздник мы сорвали, правильно? Подарков больше нету, я не вижу. Мы их всех раскрыли. Шариков тоже нет. И диалоговое окно почему-то появляется возле двери. Открывай. Короче, это, наверное, баг, потому что подарков нету. Уже. И шарики все порваты. Короче, это меня не устраивает. И мне, в принципе, ты знаешь, я тебе скажу, что игра ну такое себе, если честно. Даже начиная с этого вот общежития стариканского, да, у нас уже появился баг. Это раз. Мы уже себя убили большинство способами. Да, конечно, если мы выйдем из этого дома, будет... Будет большой, блядь, они меня орут, все мне портят. Я в любом уверен, что если мы выйдем из этого общежития, снаружи будет уйма способов, прям дюжина, самоубийца. Но я, в принципе, увидел всю механику игры. То есть деду отрывает туловище, он может бегать. Деду отрывает руку, отрывает ногу, голову, он еще может жить и бегать. Он может со всем взаимодействовать, все его ненавидят. И в принципе, все. Я даже думаю, что разработчикам не нужно было париться, брать и делать открытые миры для этой игры. Ну, я хер его знает. Если честно, мне не очень... Меня она не зацепила. Сколько мы играем? 25 минут. Она меня за 25 минут не зацепила ничем. Я в 5 минут... И в первые 5 минут игры уже оказывается... И баги, блядь, бабули проходят через стены. Охеренно. У игры было достаточно времени, чтобы стать каким-то шедевром, типа как God Simulator. А они даже не смогли починить баг прохождения бабули через стены. Да, она просто не спускается. Она же по ступенькам старается спускаться. Она просто идет не по ступенькам, а просто по этим. По перекладине. Короче, я тебе скажу, что игра дерьмо ебаное. Но это не категорично, это я шучу. Игра плохая. Она мне не понравилась, и мне не хочется в нее играть, потому что, я не знаю, она меня не зацепила. Ну, неинтересно. Механика не очень такая, каких-то уже много багов. Я представляю, что будет в открытом мире. И меня не выпускают из этого общежития, потому что я уже все подарки-то разорвал. Но если даже под столом посмотрим, да, подарки все открыты. Либо они куда-то улетели в текстуры, и не сработал скрип одного подарка, который куда-то упал. Как эта бабуля, которая проходит через стены. И все. Неинтересно. Неинтересно. Скучно. Скорее всего, однообразно. И очень багованно. Давайте что-то еще. Ну, я не знаю, ну постараемся найти подарок. Если найдем... Мне просто не хочется, понимаешь? Мне просто не хочется ее перезапускать. Ну, это неуважение к покупателю, к потребителю. Потому что эта игра стоит денег. Я ее предзаказал.
Я ожидал, что будет что-то интересное, и она себя не окупила. Я даже не помню, сколько она стоит, но не очень дорого. Но я тебе скажу, что она не стоит даже тех денег. Она просто должна быть бесплатная. Бесплатная, хотя бы демка бесплатная для всех. Не только для избранных, блядь, из Ютуба, у которых миллион подписчиков или даже тысячи подписчиков. Это демка должна быть для всех, чтобы все попробовали и посмотрели, что эта игра действительно просто убогое говно. Говнище. Да, год симулятора ей далеко, как до Киева, раком, блядь. Ладно, ребят, давайте на этом будем заканчивать, так как игра нас не выпускает, ну и хуй с этим. Значит, игра дает нам знать, что она просто херовая, и она просто хочет нас избавить от всех неприятностей, от всех неприятных ощущений, которые ждут нас в открытом мире. Давайте на этом закончим и забудем эту игру, потому что это не год симулятор, и это просто говно. Все, тогда скажу, чтобы вы написали в комментариях, согласны ли вы со мной, не согласны, тогда пишите, почему. Почему не согласны? Я жду от вас конструктивной критики. Почему вы не согласны? Сохранять игру, даже не дают сохранить игру, представляешь? Сменить персонажа только можно. Ладно, надеюсь, что игру починят для любителей каких-то. Даже если ее починят, я все равно заходить не буду. Тогда комментируй, подписывайся, ставь лайки, делись, конечно, со своими друзьями, и, ну, обязательно комментируй, чтобы я увидел, что ты там написал. Все. Всем спасибо, всем пока.